В Астане завершил свою работу Азиатский межпарламентский форум по вопросам науки, технологий и инноваций. На протяжении 2 дней представители 25 стран и 10 международных организаций обсуждали перспективы укрепления взаимодействия для развития образовательного и научного потенциалов. Причем основной акцент был сделан на вопросах совершенствования законотворческой деятельности парламентариев в этих сферах. По итогам мероприятия его участники приняли Астанинскую декларацию по укреплению межпарламентского и исламского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. Это подвигнет еще раз и нашу страну, и весь азиатский мир, прежде всего мир науки государств Азии, к новым созидательным действиям на благо развития своих стран, своей экономики. Потому что сегодня делить страны, это, наверное, чисто как бы непродуктивно. Сегодня и научные идеи, и любые другие идеи, они витают в воздухе. Их надо уметь услышать, направить правильно созидательное русло ради жизни человека. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Казахстан за приглашение на это очень важное мероприятие, которое будет способствовать укреплению сотрудничества между мусульманскими странами. И во-вторых, я хотел бы выразить благодарность президенту Назарбаеву за его инициативу об учреждении исламской организации по продовольственной безопасности, которая направлена на решение многих проблем в исламском мире, в том числе и тех, которые мы обсуждали здесь на протяжении этих 2 очень плодотворных дней.